Все, давай, ни пуха, ни пера, как там, ни хвоста, ни чешуи. Катюня, человек уехал на рыбалку. Эх ты. Друзья, всем привет. С вами я, Склип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Я рынду нашел. Подожди. А как она тарабанит? О, теперь таки можем начинать. А ну, научи папу. Все, а то это уже больше похоже на пожар. Короче, друзьяки, что? Только что парнишка уезжал на рыбалку и позвал меня с собой. Здесь так вкусно, колоритно, приятно встречают, что даже некогда поехать на рыбалку. У меня этих удочек полбагажника. Что будем делать? Может, ты поготовишь липованскую юшку, а я быстренько на рыбалку метнусь? Да легко, Сережка. Серьезно? Конечно. Э! Не срослось? Ладно, другим разом. Ты что тут начинается? Сейчас такую вкуснятину приготовим, что обалдеть. Точнее, не я сейчас в роли дегустатора буду. Катюня, смотри, сазанчик есть, карась какой здоровый есть, сомики, лещики. Тёмочка, как ты сказала, эта рыба называется? А ну-ка, вот это. Ласкер. Ласкер, Катюшка, иди сюда, посмотри. Это, короче, нереальный размер, чтобы вы понимали. Здесь. Вот это считается большая для ласкера? Да, вообще толстый, посмотри, он толстый. Спина такая? Там жир, страсть. Как у тебя перед родами, ты понимаешь? Здоровая такая, хорошая, жирная, вкусная? Очень. Ты что, юшка такая, я еще такую не пробовал. Обалдеть. Папа, шо, сынок? А у этих рыб в животе может быть что-то? А живой сомик где наш? Сомик живой, но пошукай. 11 селедок точно не будет, Елисейка. А что-то может быть. Не, а, так это смотри, кусочек головы. Чьей? Сома. Нифига себе. Елисейка, тихо. Я боюсь ему даже трогать вот это вот зубы. Видишь, сколько зубов? Вот. О, живой сомик есть. Короче, сегодня юшка будет нереальная. А это именно кусочек сомика. У него вот такие щечки здесь обалденно вкусные. И глазки есть, и усики есть. Все, как ты любишь. Будешь целоваться с ним? Она такая ведерко вообще. На, тебе ведерко возьми. Он если за губу тебя возьмет, то уже никогда не отпустит. Будешь его навеки. Так, это вот все сюда. Я не буду с ним целоваться. Аккуратно сзади папин топорик острый. Так что все будет нормально. Ну идем там что-то покажем в трех словах. Вот такие. Я на самом деле бы закинул бы удочку. Но мы так нагуляли сегодня хорошо и замечательно. Что голодный, что этот, я даже не знаю, что. Как это, что дикие лоси или как там? Приводят пример какой. Я голодный как? Как? Как Липован, правильно? О, Марат, Джан, все на месте, елки-палки. Усатый нянь. Все сейчас думают, ребята, не надо писать там грубости. Типа взяли Марата, давай, ее мне. Все нормально, что там. Ага. У нас нормальные подписчики. И подписчики нормальные. Жека главный Липован. Короче, так как готовит уху, он никто не готовит. Если не верите, можете приехать и поверить. Или как это, или проверить. Идем, Катюша. Все, Марат. Мы теперь с Миланей ходим, все нормально. Все, я с Миланей, все. Ты можешь дальше там нарезать закусочку. Ульяна, иди чисти огурцы. Ох, и приятный суетной бардак. Иди огурчики с Маратом чисти. Тебя Марат ждет. Доброго. Да, о. Стоп. Коля, тихо, Липован. Тепленько. Там, Марат. Что, там пока водичка? Да. А, там уже водичка с помидорами. Запуталась. Покажи, я иду смотреть. Иди смотри. Иди, зайка. Она пойдет, она не заблудится. Смотри, с чего начинает, видишь? С помидорок. Даже Тёма говорит, что у вас тут вилково два человека, да, которые варят так, что люди сознание теряют. Да. Ага. И, ну, как они... Не получается? Ага. Ну ничего, и мы научимся, так что ты там снимай внимательно, что там Жека будет кидать, чтобы мы все понимали, как надо делать, да? И приедем в Одессу, сварим такую же, ну, по крайней мере, попробуем. Хотя мы такую варим, что люди хвалят, говорят, что мама дорогая, да? Главное, чтобы рыба была хорошая, свежая и побольше. От рыбки тоже зависит. Да. По-любому. Идем, закусим что-то. Ну что ты скажи мне, ты сегодня, пока мы катались на лодке, что-то присмотрел себе какую-то недвижимость там? Да. Марат, здесь такие люди, он с Миланией стоит на коляске, подходит бабушке и в него печенька тыкают. Думают, что одинокий молодой отец. Голодный. Еще и голодный. Нет, тут места, конечно, шикарные. Я вот это с 6 утра на лодке катался. Просто фантастика. Такие
Такие домики, люди все здороваются. Вот они меня не знают, все здоровы. Все здоровкаются, да. А Тёма говорит, что это значит, говорят, что все хорошо. Понял? Да. Вот так вот. Мы тоже, когда ехали, я это отметил. Приятные такие. А сколько, пока вы там катались, сколько останавливалось машин, там мне... Наконец-то вы добрались. Серьезно? Да. Так а что ты серьезно? Вилкова смотрит нас всех. Вилкова, родненькие, благодарочка. А сегодня снимаем вообще видео на весь мир. Ребята, если у вас нет возможности, так сегодня облизнетесь. Такую юшку ребята приготовят, что просто песня. Просто праздник. Это немножко одесского колорита с привоза. Мы ехали с собой, взяли. Где ты что? Марат, вот да, смотрите, вот, как раз для нее. Для Милани, да. Вот, что-то вы Ульяны. Путаете наших вот, девочек. Кстати. Девчонки будут счастливы. Ульяночка, ты видишь? Я тебе покажу, а потом ты будешь повторять за мной. Да? Мастер-класс. Я с большого вот так попочку отрежаешь. Вот так. Одну, вторую. А ты себе бери огурчики и тоже повторяй за Маратом. Держи маленький, да. Да. Только аккуратненько, не спеша. Молодец. До конца. Все, и с другой стороны. Пили. Надо пилить вот так вот, туда-сюда. Ага, только вот за ручку держи, сюда ручку не ставь свою, хорошо, родная? Все, это первый этап. В сторону. Смотри, что теперь буду делать. Смотри вот так. Аккуратненько. Напополам. А может вы ей дайте половинку? Да. Она будет пилить. Давай. Этим ножом просто тебе будет тяжело. Давай, теперь, пили. А теперь вот. О, молодец. Хорошая. Не спеши. Когда все сделаешь, скажешь, высыпем в мисочку. Хорошо? Ты что, ребенок салат готовит? Молодец. О. Елисей будет по кулинарии. Не, Елисейка там на рыбалке. Нашел палку, попросил кусок лески. Он готовит все сладкое, а она будет он салат готовить. Еще пару лет, извините, просыпаться утром, завтрак готовить. Спасибо тебе, Маратик, да. Прививаешь так, что никто другой, елки-палки. Ой, как у тебя хорошо получается. Аккуратно. Ну там, если что, кусочек можно кушать, Улянка. Ты не стесняйся, бери и кушай. Миланя, ты тоже учись? Ага. Да. Может, ей хлебушка кусочек дать? Ну она что, голодная, у тебя просит чего? Куда я знаю? Ну а что, смотреть на такую поляну ничего нельзя? А? Ничего, висит себе. Иди сюда мисочку можешь уже, сразу потом складывай. Марат! Я подсмотрел, там, конечно, рыбы серьезные нас ждут. Там чего стоит такого тот кусочек головы, что я видел? Там такая щека, грамм на 400 только мяса в щеке. Там перья, плавники. Таюшка будет бесподобна. Я за другое хотел сказать. Начинают ее готовить с помидор. А, да? В холодную воду. Вот как евреи кидают курочку, липовани кидают помидорчики. И вот с этого дела начинается. Сейчас нарежу салат, пойду смотреть. Пошли покажем, Марата. У вас там открыто? Апартаменты? Апартаменты. Ой, там такой срач лучше не заходить. Идем, как раз то, что я хотел. Идем, гай, давай. Ёшкин ты кот. Он что сюда? Тут домики вот эти женщин, маленькие. Женщин ночью водил, что у него срач. А что, засранок, получается, водил? Раз не поубирали, ага. Да? Ты что, у меня еще дрофа осталась? Вот пиво, я, ребята, угостил Липовани в шоке от этого пива. Вкуснячи. Так что, Андрюха, будете ехать сюда? Угу. Везите с собой пару тонн этого пива, так а лучше сказали, здесь пивно открывать. Ты можешь к ним приехать. К ним пока не могу. Они же в Херсон зовут, чтобы я там жил у них на пивзаводе. Это же больно. Я что хотел сказать, мы когда-то с оператором приезжали сюда, у нас был первый домик. Нам ребята, Тёма так натопил печку, лежаночку. Ох, аромат какой, ты лежишь именно. Все, радикулит, давай, до свидания. Елисей клюет? Только мне кажется, мы летом были. Ты балда. Ну печку же нам топили? Я не знаю, комары кусались. Печку нам топили, говорю? Не знаю. Хорошо, я говорю, нам топили печку. Поняла? Давай, это вырежу. Марат, Джан, можно? Не, ребята сейчас пристраивают, делают уже, получается, санузел будет здесь. Зашел, слил. Водичка есть, все там, душ, будет нормально. Слушай, О чем говорить срач? Какой срач? Все прилично у него тут. Что это за Wi-Fi роутер? Я такого не видел никогда. Это... Ты что, я думаю, что добивает до кили, наверное. Да нет, стабилизатор.
Ну вот. Слушай, для счастья больше абсолютно ничего не надо. Просто, а у нас, ты помнишь, как ты было? У нас была именно с печкой. У нас лежанка. Вот да, в этом первом домике именно лежанка. Я тебе говорю, если не ошибаюсь, тогда пошел дождь, и нам ее протопили, потому что я лежал на лежанке под матрасом. Было просто балдеж. Да я тебя так грела, Сережа, при чем тут лежанка? Алешка жарил на баяне, шумел-гремел посудою, шалман в дыму, табачном, как в тумане, там исполнял одесский липован. Да, может и ты, я уже не помню. Ты посмотри, я что говорю, вот что для счастья надо, даже телевизор некогда включать, кондиционер есть, жарко, холодно, все условия есть. Люди сюда добираются оставить машину, Катюня, угу. Кинуть там свое шматье в домик, прыгнуть в лодочку и умотать на острова. Мы сегодня не поехали на Скеллю, потому что на самом деле не хватает времени все это дело показать, рассказать. Скелля – это остров, то место, куда приходят лодки каждые полчаса. Сейчас запрет, получается, у всех рыбаков выходные на 10 дней. Дадут, дадут селедочки погулять, да. А так они постоянно на воде, вот они приходят туда. Тоню сделали, пришли, сетки почистили. И опять не погнали. Все люди знают, что такое Тоня. Тоня? Валя, Оля. Тетя Тоня, как тебе у моря? Что смеется, плачет и поет? Расскажи, что тетю Тоня. Тоню знает это море, как надежный белый пароход. Тоня, это когда ты выходишь на воду, один на бабайках, те, кто не знает, что такое бабайки, это весла. Вот так вот начинает отгребать, а второй сеточку распускает, распускает, распускает. И вот они ее там кинули сколько там метров, километров. И по течению вот так вот начинают спускаться. И селедочка, та, которая идет против течения, попадает в сеточку. Все, они ее подняли, это вот и есть Тоня. Все. Как это? Заброс сетки в воду. Для того, чтобы поймать селедку. Эх ты. Идем, уже ухой пахнет. О, а попроси у Темы вот этой рыбы вчерашней. Какой? Сома? Нет. Вот а где Тёма? Которая полностью... Тёма! Солилась. Тёмчик, слышишь? А у тебя не осталось селедки вот этой цельнопосоленной? Есть? Селедочка осталась вот эта вот? Да есть, дома, конечно, есть. А, дома, с собой нема, да? У меня Катюня сегодня плохо спала, короче. Кувыркалась, да? И просила липованчик, сделай мне еще. Порезала уже, да, хозяюшка? О, скоро будем кушать, ох, будем кушать. Ты шо, голова, ты посмотри на эти усы. Обалдеть. Или сейка. Что, все мне доел, понял? Это вообще самая вкуснятина. Что, вот так помыл в реке, да? Ну да. Так она с реки пришла. Рекой и как это, и окупана. А помнишь, как мы сидели? Тебе напомнить, что я вот... Вот это? Сплошное мясо. А потрогай, помнишь, пачками. Как мы сидели в ресторане в Турции, в Дальяне? И что? Когда официант подошел и, убирая тарелки из-под краба, взял и это все выплеснул в реку. Помнишь? Да, да, это нормально. Причем ресторан фишенебельный, вот такой крутейший, елки-палки. Сразу подплыли рыбы, черепахи. Так и живут люди, говорит, делятся. Говорит, с реки взял, с реки, в реку вернул. Да, да, да. Так и здесь. Ох ты, какую! Красивая, красивая. Кстати, знаешь, что там тебе все время подписчики пишут? Расскажи что? Еще раз. Дунайская селедка от обычной селедки чем отличается? Да, ребята, сейчас тебе больше расскажут. Ну, как это от обычной? В Черном море она еще не поймала пресной воды. Все, а когда она уже заходит в прессу, это не вестится, вот тебе называется дунайская. Но она на вкус-то... Она уже этой пресной воды. Пресной уже. Воды когда да, она и цвет меняет, короче, становится уже интересная. Жирнее, да, жирнее, да. Жирнее. И чем дольше она находится в пресной воде, тем жирнее она становится. Да, ага. Тема сказал, туда ближе к маю, они вообще вот такие кабаны там уже ловятся. Они, наоборот, меньше. А, маленькие? Вы бояки уже эти? Нет, но пукатенькие. А, пукатенькие? Маечка, да. А, маечка? Маечка, да. Ты что, Катюня, запоминай. Это, короче, какая-то Матиас, понял? Вот та вот из холодных морей. А это маечка. Так открой, что ты там хотел показать. А, я хотел показать, что уже ребята добавили морковочку. Поэтапно. Угу. Морковки много, короче, кислинка, сладость есть. И ты сразу так вот начинаешь в холодную воду помидоры, да? Ну да, да. Шмаляешь, да? Морковку тоже. Все. И морковочку он там. Морковочка, лучок. Там молодец, и моя рыбачка нарыбалила столько у папы уже. В карман все складываю, дома поешь.
Елисейка, это тебе на шашлык? Да. Нормально, на распалку. А вот это что? Это тоже печка. И мне тоже на распалку. И тебе тоже на распалку. Пипец, они же друг за другом. Липованки именно такие, липованки именно конкретные. Конкретные, Тёма, они меня уделали, чтобы ты понимал, ёлки-палки. Да, вот это. Нет, подожди, еще вот растет, ёлки-палки. Это... Милане, она еще все карты не вывалила, да, все будет нормально. Пока потихо. Ага, ну пока играют потихой. Да. Не, все будет нормально. Все, Елисеюшка, бери дровишки, неси туда в мангал. Занозу загнал? Ну так бери ты их никак, это тебе, это же не девочка, их не надо гладить. Ты просто берешь аккуратненько. На ручку накладываешь и несешь. Это сейчас Марату передашь, Миланию будешь распаливать. Марат, дрова и распаливать это... Да нет, тут, слава богу, есть кому. Сейчас еще один приедет, вообще спалит. Я буду я, короче, начинаю нервничать, когда вы без меня бухаете. Вот эти трое, понял? Да? Я буду распаливать. Хорошо сейчас. Насадовая. Да я бы вообще хотел взять спиннинг за угол сюда выехать, хоть там щучку кинуть. Да завтра уже будем домой валить, ёшкин ты кот. На базар сходим, ну да, и в обед уже поедем. Так, далеко собрались? Дети, капитаны, капитанские дети. Опля. С дрофой? Пиво оставь ты. Стой. Уляночка, иди сюда. Сережа, а стой, я ее поймал уже, Уляночка. А ты будешь за ними смотреть? Катюша, такой вопрос, моя хорошая. Ну просто если бы ты не брал спиннинг, то сюда. Я бы не спрашивала. Они будут сидеть? Идем. Мы все будем рыбалить. Давай. Оп. Все, сели назад вдвоем вот сюда. Вот где Ульяна, Елисей, ты тоже туда садись. Сел? Все, пусть ребята пока ловят. Ой, ловят. Варят уху, а мы с вами пойдем, может, щуренка какого-то дернем. Щуренок, маленькая щука. Это а мне, может да? И окуненка, шо? Это мне. Не, пиво это мне, сохрани его. Я буду веслами. Стой, подожди. Так вы уже все, да? А, я же ее не отвязал еще, постой. Рыбак, ты хоть умеешь это делать? А? Мы не уплывем. Без меня не уплывете, не переживай. Разве я обижаю, Маратик? Родился на воде, ты что? Ну? Да. На воде, в тракторе. Я буду рыбать. Сейчас, стой, постой. Опа. Вот так вот потихонечку. Нет, сынок, весла мне дай. Все, вы там сидите и держитесь. Сережа, я могу не переживать? Вот. Да будет. Катюша. А. Иди помогай уху готовить. Ты так, знаешь. Шапку на уши натянули? Марат, мы скоро будем. Мы... На... Без рыбы не возвращайтесь. Да, добро. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене у поля край села. Тьомочка, давай, скоро будем. Рибу поймай. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиванний на щастя на долю дала. Эх ты, шикардос! Только крючки тебя не уронить. Держи на месте крючки. А где же обычно? Она там впереди. Сейчас ловим рыбу. Не. Сотку. Сотку, да. Бизнесмен. Я же должен наварить что-то. Ну да, он уже там, он уже на моем ноже накидывает, елки-палки. Катюня, ты что, я дал Тёме потрогать только что топорик. Иди сюда. Катюша, иди сюда, не стесняйся. Он... Сейчас человек будет резать. Это, короче, финальная стадия осталась, да? Братик, это не нож, это топорик. Давай, я тебя подержу. Турбодоску на турбо этом. Ну, это бритва. Это бритва. Павел, спасибо огромное. Это, короче, один... Павлик, я тебя не знаю, но ты красавец. Я его тоже люблю. Это с Израиля, понял? Все нормальные люди там в Израиле живут. Все, Артем, не надо. Не надо. Все, да не как это, мы же ее не. Там мы же ее. Не, мы же ее не курить будем, братик. Давай, оставляй хорош. Голд. Ну я хочу хотя бы Катюшке показать. Катюня, да ты шо, елки-ты-палки. А че она такая белая?
А так должно быть, это же молоко. А сейчас красное оно будет, когда мы кинем томат, если кинем. Если карась скажет. Не-не-не, все нормально. Там помидорки. Но шикардос, ты уже можешь кидать? Именно вот этого, в магазину? Да. Правильно, не надо, пусть будет оригинал. Скажи, это сейчас кидаем или потом? Да не, нехай закипит. Все, вот закипит, потом зелень добавляем, и все, и шедевр готов. Елки-палки. Что, Ульяночка? Все хорошо у тебя? Она ловит рыбу. Рыбачка ты моя, конечно же, рыбаль. Ребята, нас удивляют липованской ухой, ну а мы? Баранина из привоза. Ха, ты шо? Виктория, спасибо огромное. Ты посмотри на ту прелесть. Я думала, вы ребрышки привезли, а это... Катюша, это ребрышки. Это чистой воды именно то, что Вилково не найдешь. Марат, ты же у Вики брал? Ты что, пахнет молоком и Викой. Ёлки ты палки. Короче, сейчас мы в обморок сейчас упадем от этой ухи, а пацаны от этой баранины. А почему ты только так? Ну я сейчас здесь... Да. Сикану. Молодец! А вот тебе, смотри. Клюет, подсекай! Ай, Катюня, мама дорогая, ты посмотри на этот цвет. И жир. Катюша. Сказка? Что, рыбачка? Не спускаться к воде. У нее такая удочка, что и спускаться не нужно, да, Ульяночка? Да надо за веревку, как это, ногу за веревочку привязать к себе. Что, солнышко? Чтоб клювало. Моя ты хорошая. Вон то, что надо было, мы уже поймали. Оно у нас уже в казане. А на рыбалку мы с тобой приедем, когда ничего готовить не будем. Потому что на самом деле очень даже. Ребята, молодцы, спасибо огромное. Я знаю, что вы сейчас не видите, потому что там стоят. Так встречают, что на самом деле даже и порыбалить некогда. Забываешь об этом. Хотя я ехал сюда на рыбалку. Вы поставили? Елисейка, что там твоя курица жарится уже? Огонь догорел, и чтобы угли были. Ага. Такое будешь? Не знаю. Чупа-чупс? Тогда буду. Я понял. Тогда говорит, что ты на месте? Ульянка, не мочись. Или, по крайней мере, постарайся. Ах ты шо. А это что, ребра? Да, это именно... Это именно ребра. Это самое вкусное, что может быть в баранине. Хотя там много вкусных мест. Но это считается деликатес. А у этого, а у быка яйца? Да, у быка яйца. Ну и не только, сынок. Желудок? Да как тебе сказать? Ну, много частей, много рецептов. Из каждого готовится что-то. Из чего-то там стейки, из чего-то там можешь там борщ сварить, что-то потушить. Что-то даже в сыром виде там люди едят, да, карпаччо, вырезку. Ого. Вот тебе и ого, вот тебе и ага. Ты всегда так говоришь. Да, иди говори дяде Марату, пусть готовит там соль, перец, больше специй не будет. И сейчас будем ребят удивлять вкусной бараниной из Одессы мамы. Ёлки ты палки. Ты что, я сейчас в обморок упаду? Идем там... Там, смотри, не... бомбят, конечно. Ну, как есть, елки-палки. Катюшка, иди сюда. А вот ласкера того достаю, понял? О, ты шо? Вот это вон, вообще. Это бомба. Это деликатес, да? Такого вообще, ты, чтобы ты мог поймать такого размера ласкера, это практически нереально. Его нет, его очень мало. Да я тут сейчас вообще слепну от этих названий. А это икорочка из-под чего? Это сом. Сомика, да? Нет, это лафарик. Вот его еще лафарем. А еще желтомяска у нас есть. Я поймаю, знаю, если... желтомяска это вообще бесподобная. Ты что это, блин? Я, короче, первую купил, покоптил. Ага. Запорол. Ага. Ну, короче, это копчение, для, это не для Она дела. Сильно жирная для этих дел? Копчение. Нет, она короче, перебивается именно ее натуральный вкус. Понял? Для чего? А? Желтомяска. Да ты что, гонишь? Ее только вяли. Да не гони. Только вяли. Да не гони. Значит, ты не умеешь. Опять теща звонит. Да нет, копченая она перебивает, там у нее... Слышь, с картошкой молодой, елки ты палки.
Ты, значит, желтомяску не ел копченую. Никогда, именно нормально. Это... А нет, Артем, это что? А... Алло. Желтомяска, она в любом... Вот, на 12 завтра, добрый. Понял, мак, понял. А самое офигенное... Без тузлочка и взрослых? Макачка. На макачка. А самое офигенное, нам для Серегу в этом... Сухим посолом. Тяжелые сами, большие есть люди. Все, понял. Понял. А, ты девчонки, это, короче, мои клиенты. Это уже, братцы, бесподобно, елки-палки. А сейчас макачка, вот эта вот юшка с чесночком. Остренькая. Полите, будет песня. Ну давай, хватит нам рыбы на сегодня. Давай уже юшку хлебать. Ну надо, 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 согласен, да. Ты шо, сказка, обалдеть, настоящая юшка. Ага. Картоха молодая, ты видишь, как поплыла? Ой, могут Катюня, даже, слышишь? Могут даже не пытаться. Эх, ты что? Ты посмотри, губы твои любимые. А, ты видишь агрегат какой? Ёшкин ты кот, ты что, чеснок? А? И немного, короче, вот это моего там яда с кармана, понял? Добавили, с Одессы привез. Ты что, я только узнал, что на самом деле, короче, в эту маканку добавляется уже с тарелки. Да, юшечка? Со всех тарелок. Со всех тарелок сливается. А оно так еще вкуснее. Да, там жирок весь. Ты что, давай оставь немножко потом. Так, да, я отсюда сейчас посмотрю, короче. А ну-ка дай. Опача, по-богатому. Ах, ты что, шедевр. А попробуй с этой слить. Давай, я уже взял поварешку, уже есть, ёшкин ты кот. А ну-ка, братик, держи. А, шикардос, хорош. Оставим нектара чуть-чуть. Ну вот где вы такое увидите, а? А такого липована на канале, елки-палки. Ну или у Тёмы тут с пацанами вживую. Обалдеть. Нет, ну Жека, ну-ка помаслай чуть-чуть. Умолять, просить на коленях, чтобы они это сделали. Тогда говоримся, все мы люди, да, 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 да. Ты что, цену набивай, да успокойся, все будет хорошо. Главное, чтобы человек был хороший. Человек. Хорошему человеку может быть и бесплатно. Все, и вот этим теперь поливают уже рыбу, добавляют в юшку, и это просто сказка, правильно? И уксус, уксус. И уксус обязательно, куда же липования без уксуса вообще ничего не едят. Катюня не влезет, но я постараюсь, пошли. А где мой бокал? Что, уксус? Да. Пропили, молодцы. Не, 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 не. Пока не началось. А жирная какая, ты посмотри, аж желтая. Все, хватит, сейчас. Давай это сюда, а? Не, любовь моя, это дороже. Ну все, этого хватит. Это туда же влёк добавляется, да? Пошли. Пошли. Давай еще своего перчика чуть-чуть. Добавлять? Ты попробовал нормально, да, можно? Давай, тут есть две дырочки, да. Я с собой взял бутылочку жидкого, я могу дать две капли, короче, и днище прогорит. Ай-яй-яй. Я вообще не знаю, мы после этой юшки будем жарить, короче, эту штуку. Красный. А ну пробуй. Сейчас дегустация. Ну это макачка, пробуй. Песня? Ой, давай мне уху поделать. Давай. Ой, красавец. Mm. Ну, короче, ничего не надо больше. Ты что? Да, да, да. Именно вот так. Я тоже хочу такой бокал. Давай. А сразу... рыбу, да иди, бери, 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 хватай. А, подожди, там надо. Это что, спирт? Где поверь? Там? Повыше, да. Ай-яй-яй. Ой. Горячая. Ребята, ваше здоровье. Жека, ты не сваливай, благодарочка. Я готовлю вкусное, но это бесподобие просто. Спасибо огромное. Ты что, уже недаром съездил? Катюня, рекомендую. Сейчас я попробую с удовольствием. На. Да мне же неудобно. Да держи, держи, просто скажи людям. Все подумают, что может я... Не, она не острая. Вот она именно сбалансирована так. Ребята прилипают губы, руки. Как тебе вкус? Вкусно. Это бокал верни. Что это? Бокал. Нет, сама это. Да не отвлекай маму. Бокал верни. Она мне не отдает, Тёма. Там есть еще бокал? Братик, да я шучу. Не, иди поливай.
На, вот. Короче, друзьяки, рыба парит. Что тебе? Две ложки? Уха кипит. Две ложки? Будешь? Ну, понемножку. Пробуй. Не, у меня вон там и на двоих по-братски. Ты кушай все нормально, я он же жду, когда она мне вернет пустой бокал, я себе да, еще налью. Она тебе не вернет его. Я еще себе налью, все да будет нормально. Да не вернет, даже забудь об этом бокале, забудь. Да, ладно, ты шо? Это ты еще больше. Полезно. Все, давай. Вот так вот липование. Последнее, я хотел сказать, отдадут, елки-палки. Ну, ништяк, песня, да? Марат Джан, а, у тебя ребенок, елки ты палки. Ты шо? Как сяду. Ах, ты шо, Батурик кайф. Это просто бесподобно. Благодарочка за такой прием, за такую уху, за этот рай для детей. Это у нас ежедневное блюдо, что ты поймал. Это уже понимаю. Это каждый день такое. Рыба? Ну я же показал книгу «Рыбная кухня Липован». Там вообще ни одного рецепта за мясо. Там просто одна сплошная рыба. Правильно? Катюшка, ну что тебе? Ну скажи, ты сегодня как... Ты же мне сказал молчать, я молчу. Да я сказал тебе еще молчать 3 видео тому назад. Здоровья. Спасибо. Самое. Взаимно. Здоровья. Вкусно? Да, очень вкусно. Очень вкусно. Не, момент того, что ты ешь, и у тебя губы слипаются, ты понял? Губы и руки, короче. Ну, руки да. Должны липнуть в любом случае от рыбы. Ты что, короче, друзья, да, извините, я уже там, контент. Я не буду уже делать этот, как это, кишкоблудский этот обморок, это на самом деле очень вкусно, так что кушайте, но на здоровье, чтобы у вас все было замечательно. Кушай и ты. Короче, друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас сегодня. Пацаны готовили уху, а я ее пробовал. Всем пока-пока. Чао.